Продолжаем выпуск. Массовая вакцинация от гриппа началась в Казахстане. В нашей области прививку от сезонного вируса уже получили свыше 30 тысяч человек. В их числе и съемочная группа МТРК. Кристина Горбаченко узнавала, каких вирусов нужно бояться в этом году. Сначала беседа с врачом и осмотр. У желающих поставить прививку медики спрашивают о самочувствии и наличии заболеваний. Вакцина от гриппа противопоказана беременным в первом триместре, детям до 6 месяцев и тем, у кого есть аллергия на куриный белок. Раиса Кузнецова уже в процедурном кабинете. Поставить прививку ей посоветовал терапевт. Прививки ставила давно, когда еще работала. Сейчас давно уже не работаю, на пенсии. Надежда, конечно, дай бог не заболеть, чтобы все пошло на пользу. Было не больно. Советы дали 3 дня не мочить. Тем, кто находится в группе риска, а это люди старше 60 лет, дети с хроническими заболеваниями, слабым иммунитетом, медработники, воспитанники детских домов, беременные на 20-34 неделях, прививки получают бесплатно. Для других доза вакцины обойдется в среднем 2500 тенге. В группе риска и журналисты. Готовя репортажи, мы общаемся с большим количеством респондентов. Поэтому я тоже решила поставить прививку. Процедура безболезненная и длится несколько минут. В первой городской поликлинике получили 7 тысяч бесплатных доз вакцины. Желающих защитить себя от сезонной болезни немало. В день медики обслуживают до 400 человек. Вакцинацию против гриппа мы начали с 4 октября. На данный момент мы вакцинируем группу риска. На данный момент мы привили где-то 2431 человек. Для того, чтобы выработался иммунитет против гриппа, нужно в среднем где-то 2 недель до месяца. Поэтому в данный момент прививку получить желательно до конца октября. В этом году Казахстан закупил вакцины не за рубежом, а у соседей. Гриппол плюс российского производства. Препарат 3-го поколения, не вызывает местной реакции, имеет положительные отзывы. Он должен защитить от вируса гриппа А1, А3 и Б. Эти штаммы будут распространены в северном полушарии в предстоящем сезоне. Несколько лет назад они считались пандемическими, а сейчас стали сезонными. Но все же осложнения после болезни могут быть серьезными, говорят специалисты. А в области в этом году из областного бюджета было выделено более 53 миллионов тенге, приобретено 60 тысяч доз вакцины Гриппол плюс российского производства. Это вакцина 3-го поколения, субъединичная, очищенная, малореактогенная, но вырабатывает полноценный иммунитет. Она применяется в России уже несколько лет. С 3 октября прививки за счет госбюджета уже получили свыше 30 тысяч североказахстанцев. В зимний сезон инфекционным заболеваниям подвержены от 5 до 10% жителей области. Это до 60 тысяч человек. Сегодня эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, говорят врачи. Пик активизации вирусов ожидается в конце января, начале февраля. Кристина Горбаченко, Рустам Талиужанов, новости МТРК.